Рейтинг Акимов будут измерять по качеству дорог. Об этом на заседании правительства сообщил глава Минэндустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. По его словам, главы регионов понесут прямую ответственность не только за состояние дорог, но и будут отвечать за безопасность транспорта между населенными пунктами. Также министр отметил, чтобы повысить контроль за качеством выполняемых работ, будут внесены поправки в проект закона о транспорте. Они предусматривают ввод солидарной ответственности авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями в гарантийный период. В целом, по словам главы ведомства, сейчас пересматривается более 1000 нормативно-правовых актов, направленных на решение этого вопроса. Все компании, участвовавшие в проекте, подрядчики и все, кто был задействован в строительстве дорог, будут нести ответственность. Ужесточены также будут и меры наказания. Если раньше виновники ограничивались лишь штрафами, то сейчас будут возбуждать уголовные дела. По данным ведомства, протяженность дорог областного и районного значения составляет более 70 тысяч километров, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Ожидается, что до нормативного состояния к 2025 году доведут 95% дорог в стране.